А мы пришли на рыбалку. О, с детворой. Поймали уже, да? Давай я покажу. Ну-ка. Ой. Это Тимур. Это Тимур? Кошечки. Кошечка. Ловится, да? Ой, а вы что пачкаете? Скамейку-то не пачкайте. Конечно, не надо пачкать скамейку-то. Вон еще. Вот это наша. И вон еще. Рыбка. И мот наш. Мальки какие-то. Мальки. А, рябошные. Это наша, а это наша. Да, это делали. Это не ничего. А ты что раздетый-то? Ты что разделся? Комары-то не кусают? Тихо, не кричите. Тихо, не кричите, а то рыбка испугаете. Чш-чш! Можно не кричать? Что-то... Ну что? Клюет? Потихонечку клюет? А вы на другом-то месте не пробовали? Еще раз. В общем, надо тихо говорить, потому что рыбку, чтобы не испугать, да? Да? Вот наша речечка тут. Тимур весь вспотел, я так поняла, да? А? А, дождь шел? У нас там не было никакого дождя. Ты чё? Ну чё? Куда-то туда кидает? Там в кустах. Хорошо клюет, да? А чё ты сто раз-то туда перебрасываешь, бросаешь? Сейчас за кусты зацепишься и все. А, так вам туда надо кидать. Там где-то щучка плещется, говорит. Угу. Какая тишина. Вода-то холодная, да? Теплая? Теплая, да? Тихо, тихо, тихо. Еще один идет. Тихо. Тихонько. Это он дождик шел, так замочился, вот пришлось снять. А комары-то не кусают? Ну, так я ему бы сказала. Комары-то не это. Дайте мне, меня сразу же заклюет. Попробовать половить. Я когда-то ловила. Ой, мне бы только этот самый не уронить. Я с удочкой. Ребята, я ловлю рыбу. Ну-ка, рыбка, давай, 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 давай. Ну что, наоборот, надо шевелить, чтобы... Да? Червяк-то, если увидишь червяка-то булькающего. Ведет. Там кто-то идет, там. Все, внимаем. Ой, вот он пустой. На, червяка идти насаживать. Вот видишь, давай. Дальше. Он блеет, наша коза. Слышит? А, вам новость-то сказать? Приехали. А, сказали, да? Уже? Да, не сказал, как приехать? Что-то я говорю, мы вас пока не ждали еще. Я думала, вы завтра приедете. Ну, вот такие мелкие. Сейчас будем насаживать. Так, вот это правильно. Как делается? Как насаживается? Рассказывай. Так, ой, червячку, не больно? Нет? Больно. Больно. Ну что делать? Ну ты как-то неправильно насаживаешь. Я не так. Что они танцуют все время? Все, насадили червячка. И снова. Сейчас я пойду ловить. Да? Люди видят этот червячок. Ну, два еще рыбака. И вон рыбачка.
рыбачка Леся сидит на лавочке, ждет и смотрит, караулит рыбку. Так обрадовалась, да? Когда я рыбу поймала. Да, ты на самом краю стоит. Где? Ну, домой иди, сходи, возьми. Нет. Ну, да как нет, почему? Так, я начала ловить. Вон поплавок. Вон он. Тут мелко, по-видимому, я так поняла, да? Мелко. Вон поплавочек. О, там мелкая рыбка плавает, я вижу уже. Смотри-ка. О, видишь, она уже дергает. Ну. Давай. Кошакам. Ну давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Он булькается, там булькается. Ой, сколько ее тут. Это сорожка такая мелкая. Вон она, смотри-ка. Я в крапиву обжегся. Ну ладно, это полезно. Крапиву уже поле. Вон она, посмотри-ка, она прямо вот тут вот нам. Говорит, что нет, вы сегодня не поймаете ничего. Потому что она дергает, там тоже все дергает. Рано. А, рано, да? Да, я правильно. Нормально. Так нет, не нормально. Тут ты очень глубоко сделала. На, держи тогда удочку, а то мне надо ткнуть здесь уже все. Что у вас ничего.